В желтую и дижонскую горчицу входит несколько общих ингредиентов. Этим сходство заканчивается. Они не только по-разному готовятся, но получаются из разных сортов горчичного семени. Желтую делают из семян растения горчица белая. Желтый цвет и аромат придают перец и кукурма. Кроме того, добавляют соль, воду и белый уксус. Измельченные компоненты засыпают в смесительный резервуар с водой и уксусом. Примерные пропорции желтой горчицы – 60% воды, 20% уксуса, 15% семян и 5% специй и соли. В последнюю очередь добавляют горчичное семя, шелуху и прочее. Поворотный миксер около часа смешивает ингредиенты со скоростью, разбивающей зерна, до 265 км в час. Содержимое разливают в несколько мельниц из нержавеющей стали. Внутри каждой два искусственных камня растирают зерна. Это называется жерновой помол. В процессе помола смесь разогревается до 60 градусов по Цельсию, превращаясь в ярко-желтую кремообразную горчицу. Перед разливом в бутылке проверяют консистенцию, чтобы убедиться, что горчица достаточно однородна. Если частицы крупнее четверти миллиметра, жернова настраивают на более тонкий помол. Дижонскую горчицу делают из семени черной горчицы, иногда смешанного с другими сортами. Уксус обычно берут двух видов – белый и яблочный. Перед смешиванием ингредиенты 12 часов бродят в резервуаре. Это придает дижонской горчице резкость. После смешивания тот же самый жерновой помол. Вот как выглядит мельница изнутри. Вращающийся жернов растирает зерна, а не подвижный. Старомодный принцип ступки и пестика. Семян в дижонскую горчицу кладут в два раза больше, чем в желтую, а воды на 20% меньше. Она получается плотнее и гуще, и ее нужно периодически помешивать. Фильтрующая сетка отсеивает частицы крупнее четверти миллиметра. На фабрике крупные частицы сохраняют, чтобы добавить в особые сорта горчицы. Теперь однородная дижонская горчица попадает в стальной резервуар. Медленно вращающийся миксер удаляет воздух, иначе цвет станет коричневым, а запах приглушится. В резервуарах для желтой горчицы воздух также удаляется миксером, а приправа как следует перемешивается. Перед разливом в бутылке дижонскую желтую горчицу оставляют на ночь остывать. Желтую горчицу приготавливают за 20 часов, дижонскую за 32. Срок хранения желтой горчицы 15 месяцев, дижонская, остается свежей в течение года. Открытую бутылку нужно держать в холодильнике, чтобы сохранить вкус. Даже сторонники здорового питания могут наслаждаться горчицей. И пусть вы любите сладкую немецкую, острую английскую, мягкую американскую или классическую французскую, любители горчицы во всем мире могут найти приправу по вкусу.